В Дербенте будут судить 23-летнюю няню после смерти малолетнего ребенка. Жительница Дербента, обвиняемая в гибели трехлетней девочки в 2019 году, работая няней по найму, систематически избивала малолетнего ребенка, с ее слов, из-за непослушания. 2 декабря того же года у себя в квартире обвиняемая столкнула вниз стоявшую на кухонном шкафу девочку, которая залезла туда за сладостями, после чего она упала, ударилась головой и умерла на месте. Уголовное дело возбуждено по 2 статьям и направлено в суд. Изначально дело возбудили по статье по части 1 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности», однако в ходе расследования оно было переквалифицировано.